Да? Говорите, я слушаю. Я? Кто? Да, конечно, помню. Кто? Нет, не ожидал. Я очень хорошо вас помню. Нет, то есть тебя. Кто это? Тебя в жизни никто не звонил. Говори громче. А? Да, да, да. Все так же. Да, мозаика, мозаика. Ты помнишь? А ты? В школе. Прекрати шушукаться! Что? Давай, давай. Не-не-не, завтра я не могу. Завтра к нам приходит врач. Нет. К маме. Ну что это такое, а? Да, это она. Ну, да, ничего страшного. Конечно. Да, конечно, звони. На. Все, да. Кто это? Никто. Радио включи. Только ручку не крути. Я к тебе больше настраивать не приду. О, напугал, бежал, положу. Ha ha ha.
всегда быть в маске. Судьба моя. Ниночка, поставь за маму свечку. Еще желаю вам здоровья и счастья в новом году. Сева! Иду! Сев, дай мне снотворное. Сейчас посуду домой и дам. Дай скорее, а то я засыпаю. Я как-то собирался, но... Мама. Чё? Не понял? Ну, я говорю, я хотел, но... Матери моей... Ты еще скажи, что не траханый, что мама не разрешила. Тебе чего? Чего говорю? Ничего. А чем ты меня разбудил? Мама, а откуда у нас эта шкатулка? Трофейная. Из Германии. Ты когда ростом с кошку был, часами над ней просиживал. Как идиот. Ну вот как сейчас. Дышать нет, мужик, тебе чего не иметься-то? Я русский мужиком прошу. Никому не мешает, тебе мешает. Мне твоя гарь в окно, не сдала. Ты кто, хозяин здесь, что ли? Ты в другое место, ставь свою тарактерку. Куда в другое? Иди ты. На. Чё? Тебя давно не наказываю, что ли? Ты что ли наказывать будешь? Чего? А твой Аркаша-то уехал в эмиграцию туда? Правда. Что ты кричишь? Сиди. Ничего. Что там у тебя с головой? Болит. Она мне не верит. Я ей говорю, что там ФГР происходит, а она мне не верит. ФРГ, мам. Ну я говорю, ФГР. Что там происходит? Что? Там пенсионеров убивают, как ненужный балласт, чтобы не кормить. Ах, какая чушь. Ну ты же там не был в этой Германии. А при чем тут это? А при том, вот хорошо, что ты тогда не поехал с Аркашей. Мама, я не собирался с Аркашей ехать. Вот и хорошо. Она мне не верит. Мам, там нет никого. Есть.
Мама, здесь нет никого. Есть. Нет. Есть. Мам! Обалдеть. Пока тебя не было, звонила никто. Сказала, что вы вместе учились. Какая завидная память. Я сказала, что тебе не до глупостей. Правда? Правда. Мам. Хочу ванну. Ванну тебе нельзя. Хочу ванну. Доктор сказал, что нельзя. Хочу ванну. Совсем холодная будет. Я же говорил, тебе нельзя. Говорил. Спи, спи. Все пройдет. Все
голова-то болит. А сколько они были знакомы? Так еще с войны. Как в эвакуацию приехали, так и познакомились. Вместе шили рукавицы из обрезков фуфаек. У моей до конца жизни все пальцы были исколоты, как решето. Война закончилась, они так и остались в пошивочном цехе. Ну, кому повезло, то замуж вышел. По моей маме тоже все подушечки пальцев были в дырочку, я помню. Ну, когда она мне про свадьбу свою рассказывала. Чего? Какая свадьба? Они и расписаны-то не были. Он у нас проездом оказался. К семье. С фронта возвращался. Перекантовался несколько дней, и все. А уж зимой ты родился. Я-то все тебе говорила. Нина, у тебя все по-другому будет. А что по-другому-то, а? Бы не церковь, вообще бы спасения не было. А вы в церковь ходите? Хожу. А у кого еще просить, да? Не у кого. И что же, дают, когда просите? Дают. Если от чистого сердца, да еще нужно в святого, то дают. А кто не эти святые? Мы вот с тобой людей учимся любить. А они, между прочим, врагов своих любят. Одежды царственной, сорвав наплечную застежку золотую, он стал иглу во впадины глазные вонзать, крича, что зреть очам его не должно, ни мук его, ни им свершенных зол. А.
Откуда? Так от ребенка избавлялись. Когда аборт сделать не получалось. Загонят осторожно в родничок иголку. Куда? А, такое место на голове у младенца есть мягонькое. Родничок называется. Потом зарастает. Аккуратно загоняли иголочку всю, целиком. И ребенок умирал. Либо сразу, либо чуть позже. Но главное, никто не мог узнать от чего. Сканеров, как сейчас, тогда и в помине не было. А вам, значит, повезло. Вот он, вы живой. Передо мной сидите. А голова у вас не от этого болит. Сейчас давление скачет. Магнитные бури участились. Вы, голубчик, у нас как святой Себастьян. Вас пытались убить, да стрелы врага вам смерти не принесли. Кто? Кто? Святой Себастьян, говорю. Святой такой был. В Германии. Почему в Германии? Приглашать на танец дам, кто без правил и стеснений скажет вам. Скучно вам сидеть, полно на стуле. Пригласи
танцует на танец вас могу, по душе придется вам подобный кавалер. Вижу я, что нашим кавалерам, видимо, служили вы примером в области изысканной беседы и манер. Вам за комплимент я благодарен, я безумно счастлив, я в ударе, с вами танцевать готов.